На футбольном поле заканчивается установка полосы препятствий. Через некоторое время поленовцы поделятся на команды и будут соревноваться между собой на время. А пока в клубе проходит встреча с представителями Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Кто не знает, в 2015 году Владимир Путин подписал указ по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о создании Всероссийского военно-патриотического общественного движения, то есть Юнармии. Главная цель – вызвать интерес у подрастающего поколения географии, истории России и не только. Программа у нас обширная – показать детям, чем занимаются юнармейцы, приобщить их к военно-патриотическому воспитанию, к любви к родине. То есть с помощью наших инструкторов дети лагерей сами видят, чем занимаются юнармейцы. Ситуации в жизни могут быть экстремальными. Например, когда человек неожиданно потерял сознание, и счет жизни идет на секунды. Что делать? В какие службы обратиться? На эти и другие вопросы помогают ответить на станции «Медицинская». Ребята учатся оказывать первую помощь пострадавшим. Мы говорим о том, какую помощь они могут оказать, то есть какие службы обратиться и как себя вести в стрессовой ситуации. В дальнейшем мы рассказываем о том, как можно из подручных средств как эвакуировать и доставить пострадавшего до место дальнейшей эвакуации. Все знания в теории закрепляются на практике. Поленовцы отрабатывают все действия самостоятельно на специальном оборудовании. В данном случае это манекен. Как нам сказали, его зовут Максим. Ну, интереснее всего, наверное, было, где нас обучили тому, как оказывать первую медицинскую помощь, потому что, ну, это действительно может пригодиться нам в жизни. Защита лишней не бывает. Как обезопасить себя от радиации или химической атаки? Поленовцы примеряют и учатся пользоваться противогазом, а также защитными костюмами. Команда «Газ», ты сейчас надеваешь, после этого одеваешь пистолет. А вот на этой станции жители республики учатся правильно обращаться с оружием. Сначала теория, потом практика. Сборка и разборка автомата и, конечно же, стрельба. Все действия контролируют ребята из юнармии. У ребят все получается хорошо, но только вот они, когда я им рассказываю, показываю, как ставить крышку сольной коробки, они пытаются поставить, но у них не всегда получается это сделать, потому что там надо иметь прям ловкость рук. Показать ловкость обращения с оружием пришли и представительницы прекрасного пола. Наши девчонки, наравне с мальчишками, соревнуются в стрельбе по мишеням. Была очень интересная станция «Стрельба». Это было что-то по типу биатлона. Было дано 3 пульки. Ну, я, конечно, ни разу не попала, но было интересно в этом поучаствовать. Встреча завершается на футбольном поле, где подводятся итоги соревнований. Финальный аккорд – фотосессия на память.